Внимание, человек с белой тростью. В Ненинском округе проходит традиционная акция по привлечению внимания участников дорожного движения к людям с ограниченными возможностями. Участие в мероприятии приняли юные инспекторы дорожного движения. Ольга Русул продолжит. Лесозаводской мост – достаточно загруженный участок дороги. Утром поток движения здесь особенно активный. Первым на обочину с белой тростью выходит председатель регионального отделения общества слепых Борис Бажуков. Переходить дорогу вне пешеходного перехода достаточно опасно. Наши инвалиды, как сказать, кто вот, мы когда поднимаем на учет, сразу даем трость и говорим, если трость, складные трости, они чем хороши, что ну, это у меня вот она телескопическая, а у нас есть, которые складываются, ее... Перешел дорогу, положил в карман. Потому что если где-то шибут вот, лицо с ограниченной возможностью по зрению, и он будет без трости, то все проблемы на него спишут. А с тростью уже водители несут ответственность. Традиционное участие в акции «Белая трость» принимают и юные инспекторы дорожного движения. Ученик 4 класса Савелий Ключников раздает водителям памятки. Мальчик считает, что лишний раз привлечь внимание к проблеме будет не лишним. Мы сегодня раздавали листовки водителям. А что там в листовках написано? Про то, что бывают люди с белой тростью, которые не могут видеть и могут везде перейти дорогу, не только по пешеходному переходу. Ребята не только раздают памятки, но и проверяют сознательность автомобилистов. Переходят дорогу по пешеходному переходу. Чтобы некоторые водители не нарушали правила. Ну, я смысл, что есть водители, которые нарушают правила дорожного движения. И им напоминать можно, чтобы они вспоминали, то, что так не делать нельзя. Юные инспекторы дорожного движения – постоянные участники разнообразных акций, направленных на предупреждение дорожно-транспортных происшествий. Ребята помогают нам раздавать памятки водителям, где... напоминают правила дорожного движения, что нужно пропускать пешеходов. В особенности люди с белой тростью, они могут перейти дорогу в любом месте, так как они незрячие, если с ними нет сопровождающего лица. Просто напоминаем гражданам, чтобы они не забывали. В Ненинском округе акция «Белая трость» проходит с 15 октября по 12 ноября. Организаторы акции призывают водителей быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения, не оставлять свой транспорт на тротуарах и вблизи пешеходных переходов, не парковаться в местах для инвалидов, а заметив белую трость, уступать дорогу незрячим пешеходам. Водители обязаны уступить дорогу пешеходам, независимо переходят они по пешеходному переходу и вне пешеходного перехода, подающий сигнал белой тростью. Напомню, понятие «белая трость» как символ слепоты появилось в 1921 году. Во всемирном масштабе Международный день белой трости, символ незрячего человека, был утвержден 15 октября 1970 года по инициативе Международной федерации слепых. Ольга Русул, Леонид Шишилов, телеканал «Север».